Ну, что здесь можно сказать? Гендерные праздники – это прекрасно. Сам праздник 23 февраля, он уже очень сильно расширил свое значение по сравнению с первоначально заложенным. И это приводит к таким интересным казусам. Например, у меня знакомая девушка, за ней ухаживал американец, она вышла замуж, уехала в Америку, и он прознал, что в России каждый год на 23 февраля женщина дарит мужчинам подарок. И он теперь требует, каждый год требует свой подарок. То есть человек ни разу не служил ни в американской, ни в советской армии, но нужен подарок. Смешно, да? Или вот второй случай. Один парень, который в молодости панковал, так веселился, потом он вдруг неожиданно уехал в Израиль, там попал на войну, был ранен, после этого переехал в Америку, стал работать в очень солидной нефтяной компании, и на каждое 23 февраля он в соцсетях рассылал всем открытки. Примерно следующего содержания, что в День Советской Армии празднуют все, независимо от армии. Это к тому, что праздник сильно вырос, разросся. И если даже человек не служил в армии, то для него это очень хороший повод прочувствовать свое мужское начало, почувствовать себя добытчиком, защитником. И семьи, и своей девушки, и родины, и всего, что он должен защищать, да? Очень хороший повод даже тем, кто далек от этого, войти хотя бы на один день в эту роль, встроиться в эту матрицу, пройти этот как бы гештальт, да? А тем, кто служил и служит, тем респект и уважуха, действительно поздравления. Что до 8 марта, то праздник просто прекрасен. Женщины прекрасны, и праздник прекрасен тоже. Сама восьмерка, магия восьмерки – это магия бесконечности. Лента Мёбиуса, да, это символ бесконечности. Это космос, это такая линия, коса, заплетенная сама в себя. Восьмерка похожа на женщину внешне. Потом весна, все расцветает, льды тают. Мимозы вот эти вот, которые с детства, мы все помним запах мимоз. И про этот праздник рассказывают много разного, типа это не наш праздник, это день вавилонских блудниц, это придумка Клары Цеткин, это Пурим. Что я могу сказать? Никому не дано присваивать себе праздник или день. Никаким силам не дано оседлать хорошую магическую силовую дату и присваивать ее себе. Слава Богу, так как бы слава Вселенной, слава богам, слава природе, что у этого праздника уже сложились хорошие традиции, длительные еще в советское время, и он наполнен очень благородными, очень классными энергиями. Женщины в этот день должны чувствовать глубинную женскую энергию, которой наполнены, которая делает их прекрасными. Не надо заморачиваться, не надо готовить весь день, не надо весь день заниматься бытом, просто прочувствуйте себя женщинами и лучитесь своей замечательной энергией, за которую вас и ценят.